Дедушка Мороз, а мы к тебе. А вот и наши дамы. Заходите, заходите, мои хорошие. Ой, какие вы загорелые, отдохнувшие, энергичные. Хоть прямо сейчас на Семашко на предсезонку отправляй. Не, Дедушка Мороз, мы еще отдохнуть хотим. Ну что, девушки, рассказывайте, как наш сезон прошел? Ой, Дедушка Мороз, просто вау. Новую команду создали. Минск 4 раза обыграли. Кубок выиграли и чемпионами стали. Вот бы еще сборная немного поудачнее, а то эти британки, да красные карточки. Ой, умницы вы наши! Такой сезон отыграли! Вот вам и подарочки! Так, Настенька, держи! Это сам Юрий Иванович письмо писал, чтоб тебе такой подарочек сделать! Вау! Настя, поздравляю тебя! Ну а лучшему полузащитнику у меня особенный подарок. Вот, держи, шлем. Я знаю, ты там любишь разным экстримом заниматься. Да и на поле лишним не будет. Ничего себе. Ну как, Ём? Отлично, он тебе уж точно пригодится. Ну, девчонки наши дорогие, это еще не все подарки. Есть у меня еще один подарочек для вас. Ну вот, держите. Это то, чего мы все ждем с нетерпением. И помните, девчонки, за вас болеет вся страна. Так что не подведите. С наступающим, наши дорогие болельщики. И пусть все задуманное в этом году осуществится.